Аким Жамовской области Нуржан Оржигитов побывал с рабочим визитом в Кордайском районе, где ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода ТО «Отар Биофарм». На сегодняшний день реализуется второй этап строительства биофармацевтического завода в целях повышения производственной мощности от 500 тысяч до 2 миллионов тонн в месяц. Реализуется проект строительства цеха по производству субстанции на базе биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов, соответствующих требованиям надлежащей производственной практики. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 85%. Поставлено 70% оборудования. Строительные работы планируется завершить в августе. Проект будет полностью запущен в декабре. Глава региона провел совещание на базе завода и поручил ответственным лицам обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. Вот эта технологическая линия, которая должна идти, это проблема не должна возникнуть. Что-то мы опять там стену ломать или еще что-то делать. Ваш инженер должен сейчас подключиться вместе с подрядчиком, это должен ходить каждый день. И вот наш технадзор должен каждый день ходить. И должно получиться так, чтобы потом стену ломали или еще что-то ломали. Также Нуржан Нуржигитов поздравил специалистов биофармацевтического завода с прошедшим днем научных работников. Генеральный директор ТО «Отар Биофарм» Закир Эршебулов награжден наградным знаком «Облска Сенерген Енбегушен». Заместитель генерального директора Ануар Сатыбалдиев благодарственным письмом акима области. Кулиш Умурзакова, Нурланбек Турсын, 77 News.